Хотите классный эксперимент? Смотрите, вы, например, встаете, разговариваете с человеком, берете в руки, например, такой маркер. Что-то легкое должно быть, не тяжелое, не бутылка воды, чтобы там еще на ногу, не дай бог, упало. Вот берете, например, маркер, разговариваете с человеком и берете так аккуратно, чтобы он видел, и роняете. Вот. Все. Ать. И смотрите, скорее всего, реакция будет такая и у человека, и у вас. Это автоматически поймать маркер, суметь его словить. Попробуйте сделать, расскажите. Обычно у многих реакции именно поймать. И у вас, скорее всего, будет именно такая реакция. Хотя вы даже будете знать, что это выкинули этот маркер. Смотрите, о чем этот эксперимент? Этот эксперимент об инстинктивном движении, об инстинктивном действии, что нам на самом деле не очень способствует в теме первой помощи. Нам, наоборот, нужно научиться остановке, дать себе одну минуту, подумать и только потом действовать. К сожалению, обычно вот именно без определенных знаний практики это практически нереально. То есть инстинктивно все равно человек пытается спасти, например, другого. Что не всегда... знаете как, можно поступить всегда немножко лучшим способом. И есть одно исключение. Это роль родитель и ребенок. Это исключение. Мы отдельно рассматриваем в направлении, там, где мы рассказываем про первую помощь для родителей, там, где рассказываем про безопасность детей, это отдельное направление. Там мы эту тему понимаем и обсуждаем, почему именно так. Потому что, конечно же, ни одному родителю мы не скажем, что остановитесь, если ваш там ребенок несется под колеса, не поступайте инстинктивно и не бросайтесь за ним. Нет, конечно, вы все равно, инстинктивно, и это правильно в данном случае будет. Можно пробовать тренироваться, избегать некоторых ситуаций. Такое возможно, можно пробовать.